Доброе утро. Чайник на завтрак. Палочки с беконом. Еще я вчера вот такие вот сырники делала. Ну, как сырники. С творогом. Ну, сырники, можно сказать. Там творог. Там творог. Так, у нас сегодня опять ветрено. Но у меня распустились лилии. Роза уже облетает. Кристюша пришел гулять. Да? Ну, гуляй. Где-то градусов 25-26, но вот ветер такой. Ветер такой. Цветочки стоят. Ромашечки, правда, уже вянут немножечко, но в целом они прям бодрячком. Букетик. Так, это, наверное, уже все выключаю. Да, все выключаю. Пусть там еще немножко постоит. Чаек заварим. Будет завтрак. И у котиков тоже. Что-то приболел обшарончик. Что-то его прям рвет. Хотя корм у них хороший, они, в принципе, все его едят. Не знаю, может, какую муху сожрал. Джи. У нас как муха залетает, такие бои без правил. Вот такое доброе утро. Запах бекона. Или какой там запах уловил. Доброе-доброе утро. Так, я вода. Смотрите, взяла себе вот такой кремик попробовать. Для лица. Для ног. И взяла для рук. Думаю, что-то все позаканчивалось. Для рук, кстати, будет прикольно. Ну, 79 рублей стоит. За баночку переплачивать. В принципе, этим я раньше пользовалась нормально. Кстати, для увлажнения самый лучший это детский крем. Это раздражение. И для лица, кстати, уже даже неплохо. Витамин А, F. 40 рублей стоит. Так, ладно, это все есть. Я вообще сюда пришла за водой и за мороженым. Между прочим. Тоже, кстати, дыньки появились. 90 рублей килограмм. Зеленые нектарины. 139. Манго желтый. 10% скидка. Возьму две штучки. Лич 59. Нектарины и персики. Чутко бешеные цены. Бешеные. Баклажаны 199 рублей килограмм. Я взяла два таких огурчика. Вот такой вот салат. Тут одна штука, а здесь лежит две. Непонятно. Что-то по зелени. Спинат.
50%. Значит, я лучше вот этот возьму. Это брокколи, тоже 50%, 300 рублей килограмм. Все, в зоне тоже забрала уже. Дождик там накрапывать начал. Ой. Мы едем. Тут мороженое тает. Вообще сегодня целый день такой, знаете, вялый. Ну что вы думаете, я опять попала в пробку. Мусор убирают. Здесь стоит обычная мусорка, а там стоит такая. Ладно, сейчас я, может, тогда не буду ждать, проеду с другой стороны дома, потому что там что-то у них все трясется, все не быстро. Тут вот я не могу проехать, там тупик. Хочется сказать уф. Так, своего салата немножко нарою. Выйдите ради приличия, поздоровайтесь, нет? Немножечко своего салатика. Так, сейчас покажу вам главные покупки. Сейчас только мороженое в морозилку бросим. Там уже как достану. Я допила одну уже, водичкой дополнительно заливала. Очень, кстати, классная вещь получилась. Вот эти вот. Конечно, это не на зиму. Я их сейчас уже начинаю есть. Ну, пить, в смысле. Ну, потом по такому же принципу, может быть, какую-нибудь другую ягоду сделать. Так, все, открываем. Самое важное то, чего мне не хватало последние несколько дней. Давай, оставайся. Боже мой. Конечно, коробка измята и вскрыта. Пакетик любовно запакован. Вот такая же штучка, как у меня была. Сейчас мы откроем. О! Можно подтянуть как надо. Все, ставим. Та-дам! И все. И снова у нас есть
Стойка Монопод. Хренонот. Не знаю, как он называется. Вот такой вот взяла. 300 рублей. Монопод Трипод. Ну, надеюсь, этот продержится, как и тот предыдущий. 1,5-2 года. Сейчас мусор по пакет поставлю. Так, что еще в вазоне? В вазоне, газоне. Патчи у нее закончились. Мишка. С мишкой с каким-то. Пахнут приятно. Честно говоря, я вот эту фигню сразу ложечку выкидываю, потому что я достаю руками. Ну, не знаю, мне так удобней, быстрее. В принципе, я вот эту тоже фигню тоже сразу выкидываю. Такие они розовенькие. Так вот закрываю и в холодильник. Ну, как бы это я так делаю. Просто делюсь с вами. Как делаю я. Правильно, неправильно, не знаю. Мне так удобно. Так, купила, значит, в итоге вот такой салатик айсберг. Где чек? Воду купил 72,90, получилось 8 литров. Конечно, выгоднее покупать, бутылку заливать. Но у меня надо было обновить бутылки. Вот сейчас у меня будет 2 8-литровые. Я уже буду ездить покупать просто воду в бутылке. Так, мороженое по 84,90 вышло. Шпинат. С 50% скидкой вышел 39,95. Вот его нормальная цена. Не со скидкой, а нормальная цена. Это шпината 40 рублей, блядь. Дальше, ладно. Айсберг со скидкой вышел 49,90. Тоже нормальная цена. 50 рублей для вот этой вот кочерышки. Дальше. Купила 2 огурчика. Они по 70-90 килограмм. Здесь на 24,46 два огурчика. 3 помидорчика. Помидорчики круглые по 98,90. Здесь на 11,37. Боже, просто прям песня какая-то. Но самое важное. Я урвала. Короче, желтые манго со скидкой. Вот я взяла 2 штучки. Они прям мягкие, небольшие. На 125,98. Класс. Ну и все, и кремики. Вот такой вот для ножек маленький в дорогу брать. Вот такой вот для лица тоже очень удобный. И для рук. Все. Кремики по 39, и для рук, по-моему, 49. Ну вот как-то так. То есть всего на 650 рублей. Мне кажется, я сегодня удачно сходила. Удачнее просто некуда. Так, сейчас сделаю салатик, пожарю. Что я пожарю? А, у меня свининка есть замаринованная. Ну, как-то так. Так, здрасте, здрасте. Балкон покрасьте. Так, шпинатик. Вот, вы знаете, я его помою. Я, конечно, знаю, что многие такую зелень не моют, но я помою. Я все помою. Так, огурчик. Помидорчик.
лучок порежем. Шкварчит свиненько. Да, я знаю, не очень экономно чищу лучок, но... Так, лучок. Помыла шпинат, помыла свой салатик. Сейчас будем свежего лучка. Половинку. Часть на салат, часть прям вот свежий на свининку пожаренную. Баклажаны еще, конечно, очень дорогие. Баклажаны 200 рублей килограмм. Не знаю. Может быть, нужно будет на рынок съездить. Может быть, там уже подешевле есть. Опять же, посмотреть ягоды, вишню хочу купить. Хочу наливку делать. Без спирта. Смородину бы красную, черную купила. Ну, смородину, по-моему, еще. Ну, красная, наверное, есть уже. Короче, надо. На рынок надо съездить. Но видите, какое дело. Там на рынке-то хорошие цены, когда жара. Ага. В будний день, жара, после обеда. Я все еще вспоминаю этот ящик клубники, который мне удалось урвать. Клубника уже все, наверное, отходит уже. Клубнички, наверное, уже нет. Так. Салатик. Посолим. Здесь тоже уже все готово. Лучок на свежее мяско. Так, салатик. Так вот заправим. Красота. У меня есть такой соус-крем гранатовый. Все. Мой обед готов. Все, на этом буду прощаться. Сейчас открою свою баночку компота. Бутылочку. Ваше здоровье. Бомба. Бомба-ракета.
Дождик немножко покапал, и все. Опять ветерок парит. Все, ладненько, буду на этом прощаться. Всем хорошего дня. Пусть ваши планы сбываются. Все равно жить просто так сложно. Все равно мы делаем какие-то... Все равно мы строим какие-то планы. Понятно, что они многие от нас не зависят, но все равно пусть мечты становятся планами. Планы обязательно сбываются.